Всех приветствую. В этом ролике я покажу обзор фонаря стоимостью 500 рублей, но довольно хорошего. Вот такой NCI Hyde 1809T6. В общем, вот такой. Есть магнит. Два светодиода. Первый это передний и боковой. В общем, вот такая штука. Раньше я показывал обзор вот такого фонаря. Очень хороший фонарь, кстати, тоже. Ну, давайте посмотрим, что он состоит в комплекте. Так, посмотрим. В комплекте у нас следующий фонарь сам. Так, аккумулятор 18650. Ну, это USB зарядка. Так, фонарь. Поменьше, чем А685, вот такой. Так, вот эта кнопка похожа. Здесь светодиод при зарядке горит красным, когда заряжается, когда заряжен зеленым. Так, магнит. Давайте поставим аккумулятор и посмотрим. Соответственно, как он у нас светится. Если заряжен, еще не заряжен, не знаю. Так. Здесь есть. Так, а фокус? Так, ага. Он горит довольно ярко. Вот он, зеленый. Так, фокус. Вот фокусировка такая. Так, давайте второй раз. Так, он поменьше стал гореть. Это и наполовину яркости. Это мигание. Выключение, да. А боковая подсветка как включается? Давайте посмотрим. А, вот когда надо удерживать кнопку. Вот боковая подсветка. Довольно яркая. Так, давайте еще нажмем. Включение. То есть получается с кратковременно нажать. Это передний. Это полная яркость. Это половина яркости. Ну, это мигание. Выключение. А удерживать кнопку, это у нас включается боковая подсветка. Вот она. Боковая подсветка у нас, в отличие от предыдущего фонаря, она у нас, соответственно, на все 360 градусов. В общем, вот такой фонарик. Он полегче, чем вот этот. Но, тем не менее, тоже хороший. Вот. В общем, такой фонарик. Ссылку, где купить, я приведу в описании. Это USB зарядка. Гнездо для этого. Для зарядки. Так. Как всегда, короткий шнур. В общем, такая ссылка придет в описании.